В одной из школ Урая открыты группы инженерного класса. 30 человек ежегодно проходят курс школы Ньютона. Здесь ученики из 7, 8 и 9 классов углубленно изучают физику и другие точные науки. Поддержку такому профильному образованию оказывают нефтяники, в том числе обновляют материалы, с которыми работают будущие инженеры. Например, в прошлом году приобрели электромонтажные наборы. Инженерный класс – своеобразная подготовка к поступлению в местный политехнический колледж. Основная задача, опять же, мы не строим тут какие-то космические корабли, не изучаем физику высоких токов, да. А основная задача – это профориентация. То есть дети должны именно почувствовать, потому что профессия, связанная с работой именно с электрическим током, она очень специфична. Начиная от тех людей, которые просто занимаются монтажом, обычным электротехническим, да, и микроэлектронщиками, которые уже действительно, они прям чуть ли не видят, как, куда какой импульс электрический идет.